Roche Posay & Gelias Крем Тающий. Состав: туба 50 мл. Аква, Water, C12, 15 алкил бензоуты, глицерин, алкохалденат. Бисетилхексилоксифенол, метоксифенилтриазины, тайтенамдеоксид неноу, тайтенамдеоксид, пентиленоглайкоул, бьюталметоксидибензоилметана, стайрин, акрилатескополимер, каприлик, каприктроиглисайд, пентеритритилкатритилхексанауты, проупалинглайкоул, этилхексилтриазона, стеалкохалтелк, драматризолатрисилоксаны, найлон 12, синтетик векс, алюминум хидроксид, аммониум акрилоилдиметилтарате, стирет 8 метакрилатекополимер, аммониум поликрилдиметилтарамиде, аммониум поликрилоилдиметилтарате, каприлил глайкоул, кэша алата лиф экстракт, дисодиум это глицерил исостираты, глайсин соя ойл, сойбин ойл, исопропил лароил саркосинаты, молтодекстрин, пэк 8 лараты, фенаксейтанол, стирик асид, терефталилиден и дикамфор салфоник асид, токоферол, тритоналамины, ксантан гам. Фармакологическое действие: тающий крем Антелиас обеспечивает идеальную фотозащиту, в том числе и в зимнее время. Для нормальной, склонной к сухости кожи, зрелой, чувствительной, склонной к покраснениям. La Roche-Posay использует активный антиоксидантный ингредиент байкалин, который обладает высокой биологической эффективностью против негативного воздействия АФ, подтвержденное действие против пигментации и улучшения микрорельефа кожи. Средство обеспечивает оптимальную защиту от АФ лучей SPF 30 и более сильную звездочку защиту от UVA лучей благодаря запатентованной фотостабильной системе солнечных фильтров Maxoplex знак регистрации. Средство протестировано под контролем дерматологов. Без парабенов и парфюмерных отдушек. Фотостабильно. Некомедогенно. Действие обеспечивает очень высокую защиту от ожогов, аллергических реакций на солнце. Обеспечивает высокую профилактику фотостарения, пигментации, новообразований кожи. Обеспечивает мгновенный комфорт для нормальной и сухой кожи. Не оставляет белых следов на коже. Устойчив к действию воды в течение 40 минут. Формула продукта эффективна на открытом солнце до 6 часов. Обеспечивает высокую безопасность, в том числе для очень чувствительной кожи. Способ применения: после очищения, тонизации, основного ухода и макияжа, тающий крем наносится каждое утро на лицо, шею, декольте и кисти рук. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.